Привет, я третья, продолжаю проходить Данганронпу, классный суд. Сейчас ответственный момент. Либо мы узнаем, что Кёкё убийца, либо Селис. Ну, Селис — это мое предположение, а насчет Кёкё это думает Макото. Сейчас все узнаем. Если бы это, об этом так подумать, то она почти что слишком невероятна. Как бы ее мастерство в этом смотрится почти неестественно. Я поняла, как в этом мог быть вовлечен соучастник. Но тогда кто же дергал Хифуми за ниточки? Сейчас это наша проблема number one. Настоящий убийца использовал Хифуми, чтобы сделать некоторые действия, а потом убил его. То, как это делало до сего момента, проворачивалось в спорах, учитывая все это. Есть только один человек, который подходит. Опа. Опа, в смысле, они даже намека не дали. Но я не знаю, у меня есть вариант, что это Селис, но Макото почему-то думает, что это Кёкё. Не знаю, мне Кёкё нравится, и я не хочу ее пока убивать. Не, Кёкё мне все-таки пока нравится. Нет, и давай я Селис свой первый начальный вариант выберу. Ага, правильно. Правильно, видишь, я же сказал Селис, это была Селис. То есть, теперь, это я теперь подозрительный человек, верно? Я ненавижу такие шутки. Шутки? Интересно. То есть ты хочешь сказать, что я специально выбрала Хифуми для совместной работы? Предположение, что я бы решила потратить свое время на взаимодействие с ним? Чтобы я приблизилась к этому тупоголому хотя бы на 10 шагов, к этому ленивому жалкому проклятому идиоту? Прошу прощения. Да, она еще сколько раз сбивала меня со следа, это во-первых. И во-вторых, еще какой-то косяк за ней был. А, вот, еще она постоянно говорила, что она лжет очень хорошо. Может, она как-то обманула этого Хифуми, вот. Сразу пояснение. Есть доказательства, которые подтверждают это. Неужели? Да, в ходе расследования мы выяснили определенное поведение, которое было присуще только вам двоим. Учитывая то, что мы на данный момент мы знаем, это лишь еще больше доказывает, что вы оба работали вместе. И единственное, что было общим для Хифуми и Селис, встреча с подозрительным человеком, бумага, спрятанная в трусах Хифуми, крики. Но не знаю, крики, либо подозрительный человек, наверное, подозрительный все-таки, кроме них двоих никто не видел, да? Да. Видишь, их общее поведение связано с подозрительным человеком в костюме, ведь так? Единственный, кто на самом деле непосредственно видел Роба Джастиса, были Селис и Хифуми. Цыц, сейчас говорят взрослые. Прости. Что-то он вообще какой-то наглый. Как он и сказал, только Селис и Хифуми когда-либо видели человека в костюме. Если мы согласимся с тем, что Хифуми был одним из виновников, то мы не можем не подозревать сказанное Селис. Ты хочешь сказать, что они сказали, было ложью? После того, как мы отвели Хифуми в медкабинет, мы нашли мы начали наши поиски этого человека, правильно? И помните, что вскоре сказала Селис? Чего там? Я видела тень. Что-то движется наверху лестницы. Мы направились на второй этаж только из-за ее утверждения. Затем, чтобы привести нас в физическую лабораторию на третьем этаже. Она издала леденящий кровь крик. И когда мы все пришли посмотреть, в чем дело, что она сказала? Селя, что случилось? Это был довольно выразительный крик для такой, как ты. Я видела его, сразу человека в костюме. Он убежал, как только я закричала. Я блокировала лестницу, так что он направился дальше по коридору и исчез. Как только она закончила свою работу на сбор в нас в физической лаборатории, настало время для ее партнера приниматься за работу. А? Что это было? Это снизу! Должно быть, это был... Хифуми, он в медкабинете. Плохо дело, быстрее, нам надо вернуться. Это было для того, чтобы разделить нас на две группы, чтобы таким образом мы нашли два тела одновременно. На самом деле, именно Селис предложила разделиться. Почему тогда вы нам не разделиться на две группы? Я буду вести охоту, мне кажется, это более интересным. Хорошо, тогда Макото и Аой, вы пойдете со мной в медкабинет. Я оставлю поимку подозрительного человека Токо, Сакури и Бякуа. Ну, если Селис и Хифуми работали вместе, все эти случайные события внезапно становятся связанными. И кроме того, твой пронзительный крик. Да.
Это был сигнал для Хифуми, не так ли? Это был способ сказать ему: мы на третьем этаже, все идет по плану. Зачем еще издавать крик, который мог хоть море перелететь? Я только что понял еще одну странную вещь, когда мы нашли Хифуми в медкабинете, который, как и мы знаем, только притворялся мертвым. Что-то надо поработать над дикцией. У меня ужасная дикция. Вроде читаю нормально, а вот язык заплетается. Я определенно этого не ожидала. И не могла представить, что Хифуми будет убит. И шо? Селис, ты была первой, кто сказал, что он был убит. Ты хотела убедиться, что у нас не будет каких-либо сомнений на уме. Поверить не могу. Все это было одним большим проворством. Ой. Ты была Селис, когда тело Хифуми исчезло, да? Да, мне стало как-то нехорошо, так что Селис отвела меня в туалет. Подожди, так это было... Она не волновалась за тебя. Она просто уводила возможность помочь Хифуми выбраться из медкабинета. Каждая частичка сама по себе мало дает, но начни собирать их в целое, и картина станет по-настоящему уродливой. Ты согласна со мной, Селис? Я понятия не имею, что ты имеешь в виду. Не пытайся отрицать это. Ты сделала одну роковую ошибку. А, неужели? И я сам этого не осознал, когда ты сказала это, но теперь я могу сказать, что эта одна маленькая промашка привела к тебе в погибели. О чем это ты? Я говорю о том, что ты сказала после того, как исчезло тело Хифуми, и мы вернулись в медкабинет. Должно быть, наслаждается этим. Наслаждается тем, как мы запутались и как мы напуганы. Мы все здесь умрем. Мы умрем прямо, как умерли эти парнишки. Я помню, как она сказала это, но я не понимаю, что это странного. Я тоже не понимаю, и чё? Тогда обратите внимание, я, Сакура и Тока были на первом, кто обнаружили тело Киотаки в подсобке. Затем пришел Макото и сказал нам, что Хифуми убили, так что мы с Сакурой ушли вместе с Макото. Как только мы вошли в коридор, мы столкнулись с Селис и вчетвером направились в кабинет. Так вот, за все это время, пока мы были вместе, никто ни слова не сказал о том, что Киотака мертв. Подумайте об этом, комментарий Селис не имеет смысла, он был совершенно неуместен. Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Хотя я не очень понимаю, что это значит. Ты слышала это, Селис? Здесь есть люди, у которых проблемы с пониманием. Можешь повторить, что ты сказала? Если ты действительно не виновата, то у тебя не должно возникнуть проблем с повторением этого, верно? А Бьякуа сказал, что комментарий Селис не имеет смысла. Но на что он намекает? Только не нон-стоп дебаты. Пожалуйста. Ой, все, что я сказала. Он, должно быть, наслаждается этим. Наслаждается, как мы запутались, и как он, невероятно, несказанно рад, что все, что мы, блядь, мы все здесь умрем. Мы умрем, как умерли эти парнишки. В смысле, нет? Ну, мы и все, это ж тупо, да? Ну, мы и все, этого не может быть. Так, подожди-ка. Я опять почему-то тороплюсь и не дочитываю до конца. Так, все и мы точно нет. Это все, что я сказала. И этого достаточно, чтобы закончить это. Это не очевидно, не так ли? Так странно в комментарии Селис. Я понял, кажется, так странно надо... Она была занята только смертью Хифуми. Да-да-да, она знала только о смерти Хифуми. Я понял, к чему он клонил. Да-да-да, все, я... Дошло. Все, да. Я сразу даже не понял, да-да-да. Так. Точно, у Селис не было причин говорить прямо, как умерли эти парнишки. Когда она сказала это, никто из нас еще не сообщил, что Киотака мертв. Именно, и мы столкнулись с ней только тогда, когда уже вышли в коридор. Так что она никак не могла сама увидеть его тело в подсобке. Так как ты узнала, Селис? Как ты узнала, что была еще одна жертва, и как ты узнала, что они оба парни? Ведь Кюкё тоже исчезла, не так ли? Так что она тоже могла быть убита. У всех у вас такие яркие фантазии, вы знаете это. Фантазия? Вы утверждаете, что я лгала, когда я сказала вам, что видела подозрительного человека. Тогда что насчет сделанной мной фотографии? Как вы объясните фотографию, где злодей в костюме утаскивает Хифуми? Ну, мы знаем, что у этого... Как его? Ну, этот наркоман, я забыл, как его зовут. Что у него не сгибается костюм, и что он в нем ничего не видит, и то, что его вырубили. Может, это он специально нес его, и потом просто, типа, сделал испуганный вид, и его сфоткали. Я думаю, так было.
Это логичнее всего. Это... А, вот, Ясухира. Это должно быть что-то типа постановки, да? Селис надела костюм, а потом использовала таймер камеры, чтобы сделать фотографию. Ты так быстро забыл, ты вообще единственный, кому этот костюм впору. К тому же, так получилось, что у этой камеры нет таймера. Другими словами, то, что ты на этой фотографии утаскивал тело Кифуми, неопровержимый факт. Если все сказанное мною было ложью, то как эта фотография может существовать? Легко. Легко. Уверены ли мы, что это фотография того, как подозреваемый утаскивает Хифуми? Что ты имеешь в виду под этим? Существуют и другие объяснения, кроме того, что ты предложила. Нет, других объяснений быть не может. Другие объяснения? Если это не фотография, где подозреваемый утаскивает Хифуми, то единственная другая возможность — это Хифуми утаскивает подозреваемого. Хифуми и подозреваемые выпивали, Хифуми и танцуют и выпивали. Ну это понятно, очень тупо. Это очень тупо. Это не фотография, где подозреваемый утаскивает Хифуми. Я бы сказал, что это фотография, где Хифуми утаскивает подозреваемого. Это определенно в пределах возможностей. Тот, кого утаскивают на фотографии, это не Хифуми, а человек в костюме робота. Нас просто подвели к мысли, что все наоборот. И странный костюм может существовать только для того, чтобы завести наше заблуждение еще дальше. Если вы увидели, как кто-то носит такое в данной ситуации, вы бы, конечно, его заметили и стали бы подозревать. Так все и было бы, меня уцепили и обставили так, будто это я во всем виноват. Нечто подобное. Совершенно невозможно. Хифуми утаскивал его. Нелепо? Разве? Это не совсем. Не думаю, что это нелепо. Тогда закрой свой рот и позволь мне просветить. Селис думает, что она может доказать, что Хифуми не мог утаскивать подозреваемого. Возможно ли это? Да. Нон-стоп дебаты. Ненавижу. Костюм робот Джастиса, записка Ясухира, чертежи робот Джастиса. Я думаю, чертежи давай на всякий случай возьмем. Ага. Вы видели меня в этом костюме после того, как я вырубился. Затем вы так заставили его тащить меня. Вы пытаетесь выставить меня злодеем. Как я и сказала, нелепо. Как вы можете видеть на этой фотографии, подозреваемый стоит прямо. Если бы человек внутри был стоять прямо. Нет. Но он же не мог стоять прямо. Но это... Опа. Я тупанул очень сильно. Подожди, я... Нет. Может, записка... Может, костюм все-таки надо выстрелить? Но я лучше прочитаю до конца. Стоять. Он никак не мог стоять прямо. Это идет представлять в конце концов виновен. И не может быть. Может, ты не ту пулю выбрал? Если я правильно помню, и сказала, она не могла согнуться в талии. Ну, я тоже... Скорее всего, я пулю не ту использовал, да? Да, я просто пулю не ту использовал. Хотя, по-моему, чертежи тоже подходят, нет? Ну ладно, в принципе, окей. Нет, даже если человек внутри костюма был без сознания, он все еще мог стоять прямо, потому что у костюма робот Джастиса была определенная характеристика. Талия вообще не гнется, похоже на очень очевидный недостаток. Точно! Когда его делали, определенно допустили ошибку, что не может, что-то не может согнуться до талии. Я не уверен, что это ошибка, я думаю, костюм был спроектирован для такого использования с самого начала. Селис и Хифуми взяли костюм, который специально разобрали, и засунули в него Ясухира. Вот как они смогли подделать это все. Смысл этого всего — заставить нас верить в том, что виноват тот, кто находился в костюме. Что же, я полагаю, это шах и мат. Шах и мат? Ты слышишь меня, идиот? Что сейчас значит шах и мат? Элис? Селес? А, ее зовут Селес, а не Селес, прикинь. Она только что сказала Селес, ударение на другую. Видимо, что вы хотите посадить меня на место виновного. Что ж, это одна маленькая проблемка. Но вы уже забыли, что сказал Хифуми, когда умирал? Эй, Хифуми, кто это был, кто напал на тебя? Кто пытался убить тебя? Кто убил меня? Точно, я помню это имя. Ясухиро.
Когда мы спросили о том, кто на него напал, ответ был весьма ясен. Ведь так? Он сказал, я проецирую Ясухира. Одними словами, Ясухира Хагур... Хагакура. Подожди, но меня зовут не Ясухира, на самом деле я Тарасуки. Ты избиваешь с толку заявления абсурдны. Ты только все усложняешь. Действительно, сказал Ясухира. Но можем ли мы быть уверены, что он называл... Что он указывал на Ясухира? Что за херню ты несешь? Я тебя живьем сожгну. Кикё, что ты имеешь в виду? Вспомните, как Хифуми с нами общался. Как он к каждому из нас обращался. Он обращался по фамилии, он всем давал прозвища. Он говорил... Он много говорил серьезно. Серьезно нельзя обращаться. Это не обращение прозвища, я ни одного не помню. Значит, скорее всего, по фамилии. Да. Точно. Наши фамилии. Он называл нас по нашим фамилиям. Именно. Например, я помню, не раз слышала, как он говорил Анаи Гедона. Так что если Хифуми имел в виду бы Ясухира, то он бы назвал и фамилию Хагакура. Я уверена, это была просто случайность, невзначай, он просто его имя. Аморальность? Не болтай. Совпадение? Какое удобное объяснение, не так ли? Нет, у нас нет оснований думать, что он бы вдруг обратился по-другому. Но у него, должно быть, не хватило сил сказать что-либо еще. Так Хифуми пытался сказать нам фамилию того, кто его убил. Но сказанная им фамилия не касается ни одного из здесь присутствующих. Ну нет, подожди, есть один человек, кого она может касаться. Это Селес. Она на самом деле никогда не говорила нам, какое ее настоящее имя. Что ты только что сказал? Подумай только, завел наше ложное обвинение так далеко, что я даже не знаю, смеяться мне или плевать. Достаточно. Хватит твоей идиотской болтовни, Ясухира, имя неудачников. Я разве, по-твоему, похожа на неудачницу? Ну, похоже. Что? По-моему, я заслуживаю права быть немного не в себе. Хорошо, тогда просвети нас, как твое имя, настоящее имя? Ладно, удостоверьтесь, что ваши ушки широко открыты, слушайте. Мое настоящее имя Селестия Люденберг. Можете, пожалуйста, прекратить заставлять меня повторять это и снова и снова? Селес все еще не сдается. Что ж, я должен что-то сделать, чтобы она приняла это. Не нон-стоп дебаты. Чтоб вас черти драли. Электронная карточка. Ага, все, электронная карточка. Там можно посмотреть имя. Все, это я понял. Хифуми пытался нам что-то сказать. Он хотел, чтобы мы знали фамилию убийцы Ясухира. Если здесь есть человек, у которого может быть такая фамилия... Это должна быть ты, Селес. Ты никому не рассказал, как твое настоящее имя. Только еще раз мне повторять. Меня зовут... Селестия Люденберг, чёрт побери. А когда давно ты планируешь... Как долго ты планируешь сопротивляться? Не противоречь, это правда. Я не притворяюсь, это правда. А вы как не можете возразить мне? Ну это единственное, по-моему, вообще желтое было. Да-да-да-да-да, карточка, да-да-да, я уже сам догадался, спасибо. Так это в предпоследнем был, я просто не успел ее нажать. Но это похоже... Сейчас, я смотрю сейчас. По-моему, тут нет, да? Желтого больше и вообще ничего. Ну да, тут больше вообще желтого, ни одной строчки не было. Прорыв, окей. Вот оно, карточка. Что? Каждый раз, когда ты включаешь карточку, и она загружается, тебе показывается имя владельца, верно? Он о ком говорил об этом ранее. Эта карточка крайне важна для полиции. Для полноценной школьной жизни. Смотрите, не потеряйте. Когда вы ее включаете, она отображает ваше имя. При загрузке убедитесь, что это ваша карточка. Так, это вам не просто ежедневник. У нее намного больше функций. Так что все, что нам надо сделать, это проверить ее карточку. Это все разъяснит. Вот как мы сможем узнать настоящий имя Селес. Это же не шашная жизнь. Я отказываюсь сотрудничать. Селес, можешь, пожалуйста, просто рассказать нам, что произошло? Пожалуйста, просто расскажи нам. Да, когда мне ставят шах, моя природа просто не дает мне сдаваться. Потому что... Я никогда не знаю, что может произойти. Ну ладно, позволь мне уладить это. Давай пройдемся по делу еще раз сначала и прольем свет на твои преступления. Пожалуйста, только не снова эта длинная цепочка, пожалуйста. И положим этому конец. Чё? Блядь, верните цепочку, ну блин.
Окей, давай посмотрим вообще сначала, какие у нас есть эти самые крочки. Часы, молот правосудия 2, силой толкает, фоткает в крови. В крови 4, в крови 3, Ясухира. Так, давай... А как там листать? А, кнопками, ага. Так, ну уж... Так, Ясухира тут, наверное, да? Заходит, его хватает, дальше. А робот Джастиса ставит, он типа фоткает. Так, а кто фоткает? Есть у нас карточка? Фотографии есть. Нет, и, наверное, это Ярана. Вот сюда надо. Там же справа налево вроде, нет? Нет, ну это... А, вот сюда вот фоткает, все. Да-да-да, справа налево как-то вот так, ладно. Это молот правосудия 4, да? Наверное, вот так вот должно быть. Здесь что может быть? Но он типа потеет, боится сделать это, и он бьет. Такая логика возможна. Ой, это я в конец полистал, я в начал хотел. Так, здесь она сидит. Селис, я так понимаю, это этот. Они такие... Так, и чего тут может быть? Нет, а что если... Нет. А вот что я подумал, что если... тут он смотрит на время, и время указывает 6 часов утра. Угу. Теперь вот сюда вернемся. И вот здесь он потеет, боится с ней разговаривать. Тем более, вот, видишь, тут желтые полосы есть. И тут желтые полосы. Это прям очевидно, что оно в час приходит Ясухира. Так, окей, это я сделал. Здесь фотография робота Джастиса. У меня что осталось? Три. Бля, как много молотов. Здесь, ага, его по голове ударили молотом номер 2. Так, окей. Он взял кровь и разлил, потом... А есть еще какие-то варианты? Нет. Нет, остались только молоты. Значит, сюда он, скорее всего, толкает. Нет, это тогда вот здесь. Нет, это тогда вот здесь. Где оно? Так, вот это вот молот, это не правосудие, это которым убивает его. Значит, по логике исключения, вот это третий. А, типа, убили его. Все. Так. Сейчас посмотрим. Вот так я попытался. Так. Я прежде всего убийца говорил, что уговорил кого-то помочь ему совершить убийство. Этим человеком был... Так. Видишь, желтые полосочки, я же сказал, они там были видны. Хифуми вместе с сообщников убийца мог привести в действие свой иначе неосуществимый план. Да, дикция, конечно, говно. Тик-тик-тик-тик-тик. Час, вот, я же сказал, пришел. Ясухира. Вначале они убедили кого-то встретиться с ним в комнате отдыха к первому часу прошлой ночи. О, кажется, я начинаю понимать логику этой игры к третьему классному суду-то. Человек, которому они встречались, был Ясухира. Убийственная парочка намеревалась сделать Ясухира главным подозреваемым. Так что, когда они встретились с ним... Они вырубили его и засунули в костюм робота Джастиса. О, с фотографией точно угадал. А затем Хифуми встал так, чтобы казалось, будто на него напал робот Джастис. В то время как убийца использовал цифровую камеру, чтобы запечатлеть нападение на фотографии. Они сделали это не только для того, чтобы сфабриковать улику, которая бы поставила Ясухира под подозрение. Когда они закончили с этим, то втолкнули его в шкафчик для бассейна, пока Ясухира все еще был без сознания. Время, окей. И, наконец, в 6 утра они перешли к фазе убийства в своем плане. Они позвали Киатаку в подсобку. И именно так Хифуми убил его, сделав подсобку местом первого убийства. Так, орудие убийства был молот правосудия 4, который был оставлен в подсобке. Молот номер 4 был использован для того, чтобы ввести в смуту порядок совершения преступлений. Поэтому дальше они сфальсифицировали два нападения. Для этого убийства притворились жертвами, чтобы утвердить робота Джастиса в качестве подозреваемого. Первым фальшивым инцидентом была атака в комнате отдыха. Убийцы хотели, чтобы мы увидели там молот правосудия 1 и снятую ими фотографию робота Джастиса. Они хотели убедиться, что мы поверим в историю о внезапном нападении. Следующим фальшивым инцидентом была атака в библиотеке. В этот раз они подложили молот правосудия 2 и раненого Хифуми, чтобы убедить нас в случившимся с помощью двух этих инцидентов убийцы смогли создать в нашем сознании некое предвзятое мнение, что подозреваемый повышал размер молотов и атаковал людей в этом порядке. Мы попались в их ловушку и начали искать подозреваемого, основываясь на том, но...
Так, это тоже правильно, окей. А пока мы это делали, мы оставили Хифуми в медкабинете одного. Именно на это и надеялся Хифуми. Он взял пакет крови из холодильника и молот правосудия 3 и превратил комнату в место преступления, где он сам, по всей видимости, был жестоко убит. Окей. Он закричал, чтобы вернуть нас, и когда мы вернулись, то обнаружили его. Тем временем, другая группа, что была на поисках в то же самое время, обнаружила тело Киатака. Так что, когда мы услышали объявление о находке тела, мы, естественно, подумали, что оно было для Хифуми. Мы покинули медкабинет, и Хифуми вновь воспользовался ситуацией, он просто встал и сбежал. Когда мы узнали, что его тело пропало, мы побежали в медкабинет, и вновь у Хифуми появился шанс, которого он ждал в этот раз. Он пробрался в подсобку. Угу. Он завернул тело Киатаки в брезент и использовал тележку, чтобы переместить его в кладовую. Это объясняет, как пропали оба тела. Но даже Хифуми не знал, что задумал настоящий убийца для своего последнего действия. Так. Он все это время планировал убить Хифуми и избавиться от единственного человека, который мог предать его. И сделал он это, использовав обычный непримечательный молот из кладовой. Именно так и развернулись все события этого дела, и злодей, стоящий за всем этим. Селис. Ну, я же сказал. Опа, смотри-ка. О, нормально. Селес, прости, ты проиграла. Это... Я проиграла? Я проиграла? Когда в последний раз я была вынуждена произнести эти слова? Они с тяжестью обвиняют мою шею. Так ты признаешь это? Ты убийца? Слушай, только как ты пытаешься взять командование на себя? Будто мой личный инструктор. Я Селестия Люденберг, вообще-то нет. Тайка, Ясухира тоже сойдет. Тайка? Так ты наконец признала это. Я такой человек. Как только я проиграла, мне не хочется все затягивать. Интересно. Все на А? Вообще красавчик, слушай. Да, мощно. Хорошо, Монокума, я готова начать. Это хорошо, что она готова начать. Но начнем мы все-таки со следующего выпуска. На этом все. Напиши любой комментарий, а лучше напиши, как именно ее собирается убить Монокума. Ведь это год. А еще она постоянно и очень хорошо врет. Каким образом ее убьют? Я думаю, знаешь, какие-то осиновые колья будут использовать. Сначала одно маленькое в живот. Нет, сначала зубочистку типа в руку. Потом чуть побольше это в живот. И так пу-пу-пу-пу-пу. И в конце такое самое огромное. Мне кажется, это прям вообще на Монокуму похоже. На этом все. Поставь лайк, подпишись на канал. Скоро увидимся.